Deeper. Russian film melodrama. Ты же просто гениально, что я тебя встретил. Можешь меня подменить на одной халтуре? Ты крутой режиссер, ты из чего угодно сделаешь сильную вещь. М? А жанр какой? Глубже. Ну, деньги-то тебе нужны. А что, со столом начинаем? Конечно, сначала обязательно за столом. Просто втроем. Вы и я. Это типа репетиции? А кто он вообще? Вот. Давайте немного откатимся назад. Роман Петрович, вы репетируете уже полгода. Стоит ли вам продолжать работать в нашем театре? Мы больше не можем давать вам денег взаймы. А если 1000 рублей? У вас нет никакой работы. А 800? А что у вас течет? Что течет? Все течет. Все меняется. Я хочу увидеть всю жизнь сейчас в глазах. Мы с женой смотрели это потрясение. Как Тарковский, только интересно. Весь мир ждет от секса глубины. Когда мы с бабушкой впервые увидели ваше порно, я сразу понял, это круче любого стартапа. Я же просто порно снимаю. Не просто, а глубокое порно. Я реально мог лучше сыграть, если бы конь не заржал. Начали! A young director, a master of psychological depth, gets into the porn industry and makes everyone play by their own rules. Porn has never been so deep. Это был ответ. This is the first story that is genuinely truthful, shocking and packed with candid scenes of the life of Roman Petrovich, the most profound man on earth. Не озабоченных. От них ведь можно ждать чего угодно.